А возьму микрофон, вы всегда найдете. А сейчас я хочу представить вам замечательную женщину. В августе сего года ей исполнилось 91 год. Женщина, которая прошла тяжелейшие годы блокады. Еще будучи школьницей, ей пришлось сбрасывать фугаски с крыш домов, ухаживать за ранеными, помогать медсестрам. И вот именно о таких людях Юрий Воронов написал нам в 43-м, выдали медали, и только в 45-м паспорта. После войны она окончила Ленинградский медицинский институт имени академика Павлова, защитила кандидатскую, докторскую диссертацию, награждена медалью за оборону Ленинграда, юбилейными медалями, грамотами, знаком «Лучший работник здравоохранения» Минздрава СССР. Ну что, я думаю, что лучше она расскажет о себе, о своей книге сама. Елена Кан. От имени Комитета по соцполитике благодарствую. Встречайте. Зачитаю Степанов Владимир Васильевич. Дорогие друзья, я представляю вам участницу битвы за Ленинград, доктора медицинских наук, автора замечательной книги «Мы из блокады», за которую низко кланяемся вам, Елена Леонтьевна. Елена Леонтьевна Хан. Вот смотрите, какая книга. Дорогие друзья, ветераны, 75 лет прошло с того памятного дня, когда 8 сентября 41 года город оказался в вражеском кольце. Началась беспримерная, тяжелейшая, неизвестная в истории мировых войн блокада Ленинграда. Мы пережили голод, холод, темноту, бомбежки, артобстрелы, гибели близких и родных людей. Мы учились, мы работали, мы защищали свой город и вышли из этой тяжелейшей блокады победителями. Вечная слава победителям нашего города! Будьте здоровы, ветераны! Помните о тех тяжелейших днях, которые нам пришлось пережить. Вечная-вечная слава и низкий поклон защитникам. Спасибо вам. Спасибо за книгу. Спасибо за то, что вы доктор медицинских наук. Это самое главное. Будьте здоровы, будьте счастливы. Спасибо. Давайте поаплодируем. Спасибо. Есть у вас вопрос?